Но, повторюсь, здесь я тоже такого, ничего такого революционного-то не вижу. Вот, уважаемый Владимир Михайлович. Да. Да, вот вы сейчас руководите одним из крупнейших средств массовой информации, общенациональным телевизионным каналом НТВ. В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой грех. Вот. Черный эпизод его полиции. Ну вот, неважно, черный, белый. Это не я сказал, это не мой комментарий. Во всяком случае, вы там работали. А когда я работал в органах КГБ СССР, радио «Свобода» рассматривалось с нами как подразделение ЦРУ США. Пропагандистская правда. И это и имело под собой определенные основания. Мало того, что она финансировалась по каналам ЦРУ, но фактически занимала даже агентурные работы на территории бывшего СССР. Сейчас ситуация изменилась. Но радио «Свобода» – это средство массовой информации, которое так или иначе выражает мнение иностранного, в данном случае американского, государства. Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете, и когда начали возглавлять? Достаточно давно уже. Общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?